Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об одном известном стихе из Писания, посланием к римлянам 12 главы 2 стиха. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Я хотел бы обратить ваше внимание на первую часть этого стиха. В ней говорится, что мы должны изменяться, обновляя наш разум. И здесь речь идет не просто об отдельных мыслях, но о новом образе мышления. Наше мышление сильно подвержено влиянию этого мира и той информации, которую мы от него получаем. И мы знаем, что в последние дни, накануне второго пришествия Мессии, духовное состояние мира серьезно ухудшится. И эта духовная атмосфера и образ мышления последних времен, к сожалению, иногда проникает и в церковь. Поэтому нам следует быть очень чуткими, чтобы не позволить духу этого мира проникать в тело Господне. Образ мышления этого мира так или иначе воздействует на наш образ мыслей, на наше поведение, на наш язык, на наш стиль жизни. И поэтому необходимо, чтобы мы научились правильно реагировать на это влияние. И Божье Слово говорит нам, что важно обновлять наш разум. Это, если можно так выразиться, способ защиты от влияния этого мира. Известно, что сатана не безуспешно пытается осквернять этот мир различными способами. В послании Иакова, давайте посмотрим, с 1 главы 27 стиха мы читаем: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Здесь упоминается о скверне этого мира. И первое, в чем сатана старается преуспеть, это осквернение, иначе говоря, загрязнение этого мира. Мы можем наблюдать за физическим загрязнением окружающей среды, в том числе и у нас в стране. К сожалению, но физическое загрязнение лишь служит образом и наглядным примером духовного загрязнения, морального внутреннего осквернения, которое мы видим вокруг. И по сути это является характерной чертой последних времен. И если мы обратимся к Писанию, мы увидим, что там много раз упоминается об осквернении. Особенно, когда мы читаем различные истории о народе Израиля, когда он осквернял себя, отходя от Бога. И сегодня по всему миру, как мы можем видеть, существует множество разного рода скверны. Мы не будем вдаваться в подробности, нет ни времени, ни желания этого делать. Однако достаточно послушать новости, как мы увидим всю картину о том осквернении, которое наполняет этот мир, о том загрязнении, как физическом, так и духовном. Все это прежде всего результат загрязнения человеческого разума, испорченности мышления. К ним можно отнести и столь распространенную сегодня распущенность, сладострастие и многие подобные вещи. Все это относится к скверне этого мира. С другой стороны, действие сатаны заключается в ослеплении разума людей. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 4 стиха мы читаем:
у неверующих Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Мессии, который есть образ Бога невидимого. Мы видим, как этот мир слеп, и он не просто так слеп, но есть различные причины, которые приводят его к этому ослеплению. Но то, чего мы не должны допустить, чтобы это ослепление проникло в общины верующих. Результатом ослепления является то, что люди становятся неспособными принять благую весть. Они становятся как бы слепыми для нее. И, к сожалению, бывает, что и в наших общинах встречаются люди, пораженные различного вида духовной слепотой. И нужно быть очень внимательными, чтобы предотвратить проникновение этой слепоты в среду верующих. Поэтому следует прилагать усилия для защиты. И Слово Божие говорит, что мы можем защититься через преображение и обновление ума нашего. И мы еще рассмотрим, как следует это делать. Есть еще один вид духовной слепоты, который действует на мир так, что пораженные ей становятся не просто неспособны принять благую весть, но врагами благой вести. Мы видим в послании Иакова, 4 главы, 4 стиха, также написано. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И здесь давайте оставим на минутку размышления о погибающем мире и обратим наше внимание на верующих. И тогда мы увидим, что по сравнению с тем, что было 30 или 40 лет назад, общины верующих сильно изменились. И эти изменения не в лучшую сторону. Мы можем заметить, что многие отрицательные вещи из мира проникли в общины. Для примера можно взять моду. Пусть она не является столь же важной составляющей нашей жизни, как некоторые другие вещи, но на ее примере можно хорошо увидеть проникающее влияние этого мира на мессианские общины. Надо сказать, что за последние 50 лет мода на одежду претерпела значительные изменения, и мы видим, что эта мода не без успеха проникла в среду верующих и оказала на них определенное влияние. И через это мы обнаруживаем тот факт, что сегодня мессианские верующие хотят одеваться и быть такими же, как люди этого мира, следуя за тем, что диктует этот мир. И в этом есть определенная проблема и опасность оскверниться от мира. Поэтому нам очень важно обновляться умом, чтобы избежать этого и сохранить себя в чистоте. Еще пример того, как действует ослепление, это распространение лжеучения, которое нам пытается навязать мир. Будто бы то, что мы с собой представляем, зависит целиком и полностью от наших генов. То есть, если гены располагают нас быть человеком с определенным характером, то мы ничего не можем с этим поделать. Так, словом, мы являемся заложниками наших генов. Таким способом враг пытается диктовать нам, какой личностью мы должны быть. Все это преподносится под тем предлогом, будто за все отвечают гены, и за присутствие или отсутствие тех или иных генов мы являемся именно такими, какими мы есть. Надо сказать, что с точки зрения науки допускается определенное влияние генов, где-то в пределах 50%, но наши склонности, однако, остаются неоспоримым тот факт, что, несмотря на воздействие генов,
Мы в состоянии через преображение и обновление нашего разума изменить ситуацию и исправить свое положение. Так, например, если у кого-то из влияния генов есть определенная склонность к депрессии, он может изменить ситуацию и избавиться от этой проблемы через изменение и обновление своего мышления. Кстати, наука изменила свое отношение к этому примерно в 80-е годы и стала признавать способность человека к переменам. Однако мир продолжает навязывать нам свои идеи, что по причине влияния генов существует, например, такое явление, как гомосексуализм. Еще раз скажу, что вполне возможно, что отчасти это и так, однако у каждого человека есть возможность измениться, то есть его гены не могут насильно диктовать ему его будущее и его судьбу. Он может изменить свою жизнь, если будет менять мышление, обновлять разум. Это очень важно, и мы должны принять это во внимание. Еще один пример того, как сатана пытается ослеплять мир, это столь популярные сегодня гороскопы. В газетах и по радио нам предлагают гороскопы на предстоящую неделю, и через них сатана также пытается диктовать людям их будущее. И я должен вам сказать, что есть огромное множество людей, которые ожидают определенного дня и часа, предсказанного гороскопом. То есть люди попадают под влияние гороскопа и стараются жить в соответствии с тем, что им диктует. Конечно же, это совершенно противоречит тому, что говорит Библия. Во-первых, только Бог в совершенстве знает будущее. А главное, что только от Бога зависит то, что случится. И если мы со своей стороны обновляем свой разум по воле Божией, мы можем определенным образом повлиять на нашу жизнь и на свое будущее. Так что нет никакой нужды обреченно ожидать исполнения предсказаний гороскопа. Итак, нам следует просто не принимать того, что этот мир пытается навязывать и диктовать нам через моду, через учения о генах, через различные теории, гороскопы и тому подобное. Нам нужно обновляться умом нашим и принимать то, что говорит Писание. Я приведу еще два отрывка, прежде чем закончу. Это первое послание Иоанна, 2 главы, 15-16 стиха. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». От всех этих вещей нам следует отказаться. И чтобы мы могли от них отказаться, нам нужно преодолеть определенную работу в нашем разуме. Мы должны остановиться в наших повседневных размышлениях, и если можно так выразиться, закрыть ворота разума для всего постороннего, чтобы обновить разум и мысли в соответствии с тем, что говорит Писание. На сегодняшний день доказано наукой, и на эту тему написано множество книг, как верующими, так и неверующими авторами, что через обновление разума мы можем измениться. Мы можем изменить свой характер и защитить себя от определенных вещей, которые приходят извне. И один из ключевых моментов, о которых говорит Писание, и мы на этом закончим, мы встречаем в послании к Филиппийцам, 4 главы, с 8 стиха. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Здесь говорится «помышляйте». То есть речь идет об активном действии, а не просто о том, что мы чувствуем. А это значит, что мы должны размышлять, рассуждать о том, что мы получаем из мира, анализировать это
и соизмерять с тем, что говорит нам Писание и Святой Дух, принимая лишь то, что соответствует воле Божией. Нам следует уделять время и внимание тому, чтобы размышлять над тем, что мы слышим и видим, чтобы в нашем разуме был порядок, и чтобы не допускать проникновения в наш разум ничего нечистого. Надо понимать, что скверна этого мира — это прежде всего то, что оскверняет наш разум. И духовная война идет прежде всего на уровне нашего разума. Если мы примем грязь этого мира в наш разум, то мы станем частью этой грязи. И к великому сожалению, можно предположить, что еще всего через одно или два поколения мы окажемся весьма далеки от Писания и его моральных принципов. Однако, если мы следим, чтобы идти по пути Писания, обновляя свой разум, мы можем сохранить себя от падения и продолжить идти в соответствии с волей Божией. И это не разовое действие, но ежедневная работа. Она вовсе не обязана занимать много времени, однако мы всегда должны быть готовы обновлять наш разум и настраивать его в соответствии с тем, что открывает нам Господь через Писание. И Дух Святой верен, чтобы помочь нам вовремя остановиться, чтобы никакая нечистота этого мира не осквернила нас. Он верен дать нам знак, если мы в опасности, чтобы не допустить этого осквернения, и Он поможет нам быть чувствительными к этим знакам. Пусть Господь благословит вас. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv.